видели чайки в городе? Чайка – это птица города Монреаля. Вот она парит. Парит, красавица чайка. Ну, здесь только что были люди, ужинали. Вот. Мы пришли на вечерний мацион поплавать. Сюда. Мне нравится. Вода шикарная просто. Чистая. Начало сезона. Она, конечно, очищается к началу сезона. Такая вот вода. Красота. Здесь шезлонги. Можно посидеть. Небо красивое. Они закрываются через час. Вечером здесь еще более классно, когда стемнеет. Очень классно. Особенно, когда дождь идет вообще. Мы любим купаться, когда дождь, никого нет, и остается пустой бассейн, но спасатели сидят, все равно сидят на своих вышках, то есть все функционирует, и вот мы одни. Идет дождь, и мы любим одни купаться в теплой воде под дождем. Ну, красота же, да? Красота. А теперь на 0,5 попробую снять. Нет, на 1 тоже хорошо. Вот там самолет. Нет, это настоящий самолет. Полетели в Европу. Там же находится, в той стороне находится аэродром. А если в эту сторону они летят, это точно эти все самолеты как раз вечером все улетают из Америки в Европу. Самолет полетел в Европу, это 100%. В ту сторону. Северо-восток. Там аэропорт. И вот они вот сейчас несколько... Много самолетов уже пролетают. И как раз в Европу из Америки улетают самолеты вечером. Утром никто не улетает. Улетают все вечером, чтобы к утру, через 6 часов, прилететь в европейские, как бы, эти хабы. В Лондон, Хитроу, в Париже, Орли, Брюссель, большой хаб. Сейчас очень многие летают через Марокко. Ну так, ну и Турция, конечно. Турция большой хаб. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотры. Всем приятного вечера. Вот уже сейчас. Вот стемнело немного. Я просто хочу показать краски. Краски бассейна, как все сверкает. Уже бассейн закрывается. Осталось 10 минут. А ближе к августу, да, будет еще лучше. Прям темно, звезды.
и бассейн сверкающий. Такой ночной бассейн. Это очень круто. Это очень круто. Все, мы уходим. Бай-бай, бай-бай. Здесь тоже все накупались. Все, пока. Здесь красиво. Еще раз покажу вам тренировку. Тренировка хоккея. Это мы только что вышли из бассейна и идем сейчас домой. Вот. Это вечерняя тренировка. В этом же сюжете, наверное, выложу. Ну, смотрите, взрослые, да, вон. Класс. Класс. Классно. Опа. Так вот. Ладно, все. Идем домой. Так, ну что? Ну, такое облегчение, конечно, поплавать. Мы каждый год плаваем так. У нас каждый год абонемент. Каждый год абонемент. Вот это машина их. Спорт и отдых. Да, смотри, какая красота. Там какие-то тоже карате занимались, когда мы сюда пришли. Все, вечер. Я же вам не снимала вечерний Монреаль. Вечерние улицы. Немножко посмотрите. Ароматы. Цветущие. Пахнет цветами. Не знаю, может сирень, может какой-то жасмин. Чем пахнет, не знаешь? Каким-то жасмином или сиренью, или еще какими-то цветами. Вот, велосипедные дорожки. Вон там парк. Там тоже красивая дорога.